сферу продаж я выбрал, потому что хотел зарабатывать деньги, и на тот момент, не имея какого-то опыта, но имея амбиции, желание, целеустремленность, наверное, только в продажах можно было заработать. Какие плюсы я вижу в работе в продажах? Ну, во-первых, это, как я и сказал, это прибыльная сфера. А во-вторых, заниматься тем, что мне нравится. Общение с людьми, делать им пользу и при этом зарабатывать деньги. Какие плюсы работы с лзами на Авито? В первую очередь, это работа в сильной команде. Как бы это ни звучало, но всегда найдется кто-то, кто там будет сильнее или круче тебя и интереснее работать. Ну, ты как бы бежишь не впереди, а являешься догоняющим. Какие мои основные задачи в роли регионального менеджера? Ну, во-первых, это развитие площадки здесь, в Новосибирске. Я занимаюсь именно развитием категории запчасти и аксессуары. Моя задача – это привлечь крупный бизнес для того, чтобы они начали размещаться на площадке. Распространяем, да, площадку Авито на территории Сибири. Я ценю в своей работе то, что я являюсь лицом Авито в данном регионе. Наверное, спустя 2 года работы большинство продавцов запчастей, крупные компании, ну, действительно, они прям знают, что есть такой вот региональный менеджер в Новосибирске. Получается так, что когда мы приехали только в Новосибирск, так, к Авито очень скептически относились. Здесь есть конкурирующая площадка, которая хорошо работает. И вот донести клиенту о том, что есть альтернативный ресурс, который может также позволить зарабатывать, было сложно, но когда у клиента начинает это работать, и он действительно говорит: о, круто, я наладил там региональные продажи, начал отправлять свой товар там в Санкт-Петербург, в Москву, там, Южный федеральный округ, и он рад, и готов платить больше, и говорит, что круто, что вы мне посоветовали, ну вот, это тоже ценю. В первую очередь над тобой нет никакого контроля. Весь свой день планируешь ты сам. Наша главная ценность – это свобода при ответственности. Так же, как команда у нас в 9 утра начинает работать, я также открываю ноутбук и приступаю к работе. Смотрю отчеты клиентов, ну, опять же, по тратам, смотрим с клиентами результат. И отталкиваясь от этого результата, там, клиент, если хочет его увеличивать, я предлагаю решение. В Новосибирске я приехал с Санкт-Петербурга. Тут прям, наверное, будет неправильно сказать, что я решился на переезд, потому что, ну, я хотел этого. Мне прям интересно даже не побывать в новом месте, а пожить. В целом, в чем разница между работой менеджера в городе Санкт-Петербург или Москве, там, в отличие от Сибири? Во-первых, да, сама специфика работы с запчастями и с бизнесом. Там, на Западе это европейские автомобили, берем Новосибирск или Дальний Восток, это больше Япония. А также сами люди. Я там раньше только слышал, что есть там петербуржцы, там есть сибиряки. Вот приехав сюда, я убедился, ну действительно, что менталитет, он разный, люди разные. Здесь же это такие более напористые, активные, амбициозные. Совершенно другой подход. Если ты проявляешь ответственность, активность, то будет и хороший результат.